Ну что, привет, Ютуб! Это мое первое вступительное видео, в котором мне хотелось бы рассказать, почему я все-таки решила создать Ютуб-канал, как я к этому пришла, почему я решила создать его параллельно вместе со своей семьей, потому что она у меня необычная, как вы потом узнаете. И для чего вообще это все мне надо, потому что я считаю, что любое дело, которое ты начинаешь, должен понимать, для чего ты это делаешь. Как бы просто так от балды, это не про меня. Хотелось бы немножко рассказать о себе, чтобы вы имели хоть какое-то представление. Меня зовут Настя, и мне 20 лет, причем недавно исполнилось. Но чувствую я себя, честно признаться, на лет 25. И на самом деле в лет 16 я ощущала себя вот на этот возраст. Почему, я тоже расскажу в следующих видео. Обязательно поделюсь своей историей. У меня есть муж, у меня есть уже маленький сын. Да, в таком раннем возрасте получилось так, что я родила в 19 лет. И сразу опережая ваш вопрос, нет, я ни о чем не жалею. Я считаю, что я очень сильная девушка, женщина. Вот, и обо всем этом я вам скоро расскажу. Про своего мужа, про своего ребенка, про в целом мою жизнь, наши взаимоотношения, потому что мой муж, он не гражданин Республики Беларусь, я сама из Беларуси, а он гражданин Нигерии. Собственно, поэтому ко мне в последнее время поступает очень много вопросов про мою жизнь, про наши с ним взаимоотношения, про различия менталитетов, и я решила наконец-таки об этом рассказать. Во-первых, я очень давно хотела создать YouTube-канал, на котором хотелось бы делиться своими какими-то мыслями, возможно, лайфхаками, своей какой-то философией. Но все как-то не начинала, хотя, несмотря на то, что я очень люблю камеру, это было как-то странно. Поэтому сейчас я наконец-то решила это сделать. Почему, собственно, я решила создать канал и вести его еще со своей семьей? Во-первых, я очень хочу задокументировать свою жизнь. Я постоянно записываю что-то в блокнот, какие-то важные события я постоянно фиксирую, где-то у себя пишу. Постоянно это часть меня, я не могу без этого. И я подумала, почему бы не создать YouTube-канал, на котором я бы делилась всем, что меня тревожит, меня беспокоит. Делилась и транслировала бы на широкую аудиторию. Подытожив, да, действительно, я очень хочу задокументировать свою жизнь, свою семью, жизнь своей семьи и рассказать вам много чего интересного. Потому что, на самом деле, ко мне поступает очень много вопросов касательно моего мужа, моего ребенка. Я была бы рада этим поделиться, и, собственно говоря, поэтому я записываю это первое видео, ознакомительное для себя, как для своего видео-дневника в Ютубе и для вас. На этом Ютуб-канале я поделюсь с вами всеми самыми просто необычными вопросами, которые поступают ко мне, необычными историями, необычными моментами в моей жизни, интересными моментами, которые, как оказалось, интересны огромному количеству людей. И я решила, созрела этим поделиться, потому что на самом деле было очень много трудных моментов, и интересных, и захватывающих. Поэтому я думаю, что мне есть что рассказать вам за весь этот период, который у меня произошел. Поэтому задавайте все интересующие вас вопросы в комментариях, и, собственно, благодаря этому мы будем знать, что для вас снимать. Вот, поэтому до встречи в новых видео. Let's go!